ребята, всем привет! Новая загрузочка у нас. У меня новая загрузка. Загрузили уже трубу в Московской области. Еще одна будет. Везем все это дело в Обинск. Недалеко. Метров 120, наверное. Ну и все. Позже включимся. Наверное, как-то так. А гружусь я в деревне. В Люберцах, короче. В Люберцах. Вот этот груз. У нас две трубы. Ну, это чисто мне как бы для того, чтобы переехать. Вот, покинул сегодня стоянку в Пушкино. Вот, и уже на загрузке, поэтому смотрим дальше. Итак, господа, меня загрузили. Загрузили меня. Еду я на Обинск. С Марьева, по-моему, деревня Марьева. Так называется. А в пятницу грузимся в сторону дома на Екатеринбург. Там же рядом. Поэтому так вот работаем потихонечку. Правда, просидел полнедельки. Вот, не было груза нормального домой. Но сейчас уже вроде бы есть. Так вот. Кинули нам, грубо говоря, тонну. Поэтому едем налегке. А люберцы спят давно, ночь коротка. Где-то в Жлебино слышу стрельба. Так, ребят, на самом деле я еду по Люберцам. Сейчас у нас уже открывается МКАД практически. Практически мы уже на МКАДе. Так, сейчас я вам покажу. Ребята, по городу Обнинску, видите, так, заехал, надо сейчас еще и выгрузка в самом центре города практически, на Ленина, поэтому блуждаю я, блуждаю, ну, надеюсь, я доеду до точки. Еще надо найти ее. Ладно, хоть я ночью еду. В общем, нелегкая меня тут. Ну, город так, нормальный, ребята. Кто смотрит из Обнинска, напишите в комментариях. Вообще, есть кто-нибудь такие? Город у вас вроде ничего такой. Нормальный. Так, а я, наверное, сейчас остановлюсь. Буду смотреть реально, куда мне тут ехать. А, ну хотя, не знаю. Примерно я понял, куда мне ехать. Но я еще... Навигатор меня ведет по другой дороге, совершенно по другой. Но я думаю, что я доеду. Там тем более охрану предупредили, что я как раз ночью могу заехать. Это было бы вообще шикарно. Вот, поэтому посмотрим вообще, пустят меня на территорию или нет. Это мы посмотрим. Но если не пустят, то придется где-то вставать рядом
и также ночевать до утра, а утром разгрузка. В общем, да, нормально все, в общем, ребят. Наверное, я уже доехал, да. Скорее всего. Сегодня у нас четверг, утро. Я уже выгрузился в Обнинске. Еду сейчас в Обнинск. Или как-то так. То есть по 108 это у нас будет такой городок. Перед рядом с Чеховым. Там у меня завтра загрузочка. Завтра загружаюсь. И еду в сторону Екатеринбурга.